Нет, друзья, сегодня в последней катке я встретил сквад-читеров. Помимо того, что они использовали достаточно стандартные вещи, типа видения сквозь стены, помимо автонаводки, например, как видно на данном моменте игры. Они использовали нового чита, который лично я не встречал. Давайте его продемонстрируем. Это конец катки. Остается сквад читеров из трех человек. Четвертого они в собственной команде сами же замочили. И вот втроем они идут штурмовать мой дом. Правда, надо отметить, что я никак не показывал свое местонахождение, но они, конечно же, знали, где я. Кульминация. Остается последний участник их сквада, и я, если честно, понятия не имел, где он находится, только направление слышал по звукам. Так вот, где же он находится? А находится он на небе. И спокойно заряжает, точно по мне. Я не знаю, что у него было не так, но в какой-то момент его небожительство закончилось. Минус. Сразу я не понял, что произошло, но пересмотрев катку, конечно же, очень удивился. Надеюсь, подобных читеров станет намного меньше, потому что играть с ними, ну, не особо приятно.